Приветствую дачное карате. Снова мы на моей фазенде. И снова какие-то приложения карате к дачному участку. Упражнения с лопатой, с топором там и прочим инвентарем мы уже показывали. Возвращаться к этому не стоит. Вот, разве что еще один инструмент появился. Это такой вот небольшой ломик, которым скалывают снег, очень хороший, вот прямо просится в руку. Но сегодня не об этом. Сегодня кататеки и приложение с использованием разных инструментов. Теки Шодан. Попробуем то же самое сделать с мячом. Но в данном случае мы не будем каждый раз повторять то, что можно делать на каких-то публичных мероприятиях, чтобы как-то эффектно, когда выходят и ножны имеют, выброс мяча, стряхивание его в конце, в начале. Будут болтаться ножны, это неудобно. Может быть, это эффектно, каждый раз закладывать, вынимать, закладывать и так далее. Вот мы выбросили. А дальше что нам с этими ножными делать? С ними прыгать, бегать не очень хорошо, поэтому отставим их в сторону. Более энергично, раз это с мячом встали. Для того, чтобы разогнать клинок, мы его к себе пропускаем и делаем удар одной рукой. Почему одной? Потому что основное движение не это, не оно является убойным. Вот мы сделали. И раз. А вот это аналог удара локтем. Аналог движения – это блок, а аналог вот этого движения мы все-таки держим двумя руками, поэтому мы не можем разнести вверх. У нас хорошо идет вот или отбивающий, или замах. Вот мы сделали так. Удар вниз нам неудобно отсюда наносить никаким образом. Но мы можем сделать подъем вверх, вниз, вверх, вниз. Поэтому так и будем делать. Раз, два, раз, два. И дальше у нас убираем мы ногу от возможного удара мячом. Убрали, воткнули. Еще кто-то наступает с той стороны. Убрали, воткнули. Но основной противник у нас сзади. И мы снимаем его со своего клинка и добиваем. И дальше у нас раз и эй! И возвращаемся в исходное положение. Палка инструмент попроще, можно обеими сторонами работать. На этот раз цветочки кругом цветут, грядки вскопаны, ждут своих всходов,
Вот. Но главное, что радуют весенние цветы. И сейчас вот полянку я не стал косить, тоже среди цветов попрыгать всегда приятно. Вышли, положили на левое плечо для того, чтобы отсюда нанести удар. Так, заметили кого-то с той стороны. И раз, и два. И отсюда у нас после этого удара блок нижний, удар. Потом для того, чтобы вывести корпус нормально, у нас еще какой-нибудь один удар должен быть. И мы шагаем. И раз. Здесь выброс специально подлиннее. Снова отклоняем. И с нунчаку. Совсем другой ход. Удар. Блок. Точно невозможно сделать, каждый под себя может подобрать то, что ему удобно. Но вот то, что мне удобно, я показал со всякими вариациями. Ну и так далее. Ну что ж, занимайтесь боевыми искусствами, занимайтесь карате. Слава Руси! Господи, спаси!